Что такое когнитивная нагрузка? Если я вас разделю на две группы, одной группе скажу, вы будете запоминать числа двузначные, это скажу, будете запоминать цифры семизначные. Потом я вас выведу в коридор, а там будет фуршет. Вы устали, поработали. Вот. И там будут фруктовый салат и будут шоколадные кексы. Потом посчитаем, какая из групп сожрала больше салата фруктового, а кто больше шоколадных кексов. Вы на что нападете? На салат. Вы на что? На все, да. Вот. Вы нападете на шоколадные кексы. Почему это произойдет? Вот. У вас когнитивная нагрузка полностью зашлаковала вашу сознательную деятельность. И вы, когда подойдете, вам захочется шоколадный кекс. Ну, у вас там вы про секс помните. У вас остаются еще ресурсы мозга подумать про что-то другое. Что у вас диета там и вообще фруктовый правильно есть. У вас осталось место в голове для того, чтобы совершить какую-то интеллектуальную деятельность и как-то управлять своим поведением, учитывая другие знания, которые есть в вашей голове. В вашей голове настолько все занято когнитивной нагрузкой, что вы не можете вспомнить, что нужно еще и вот это учесть, и вот это, и просто кинетесь на шоколадные кексы.